Соревнования, ставшие уже традиционными, с каждым годом привлекают внимание все новые спортивные клубы. Например, в этом году на турнир приехали ребята из Удмуртской республики. Большой успех турнира отмечает и руководство Сербского трубного завода. Самое главное значение этого мероприятия, что оно вовлекает наших ребят в занятия спортом, привлекает к здоровому образу жизни. Те ребята, которые показывают, на что они способны на ринге, на балконе здесь и в зале, они смотрят, учатся, стремятся подражать. Поэтому мы помогали, помогаем и будем в дальнейшем стараться помогать проводить такие мероприятия у нас в городе. Первый турнир по кикбоксингу с участием спортсменов из других городов прошел в Полевском в 2007 году. Главным его инициатором, как и 8 лет назад, сегодня является заслуженный мастер спорта Игорь Кулбаев. Этот уже третий всероссийский турнир уже становится образцово показательным. И пользуясь случаем, конечно, хочу сказать слова благодарности Михаилу Васильевичу Зуеву за ту громадную поддержку, которую он оказывает нашей Полевской городской федерации кикбоксинга. И все результаты, которые сегодня наши ребята показывают, это общая наша заслуга и общая наша победа. От Полевской федерации кикбоксинга в турнире принимают участие 16 человек. В основном на соревновании выступают молодые спортсмены. Для них победа на ринге в родных стенах помогает получить драгоценный опыт и обрести уверенность в себе. Спортсмену полевской команды Илье Ахлупину 12 лет. Кикбоксингом он занимается всего 2 года, но уже показывает неплохие результаты. В первом круге Илья одержал победу над соперником из Новоуральска. Что ты сейчас ощущаешь? Когда было тебе тяжело? Во втором раунде. Что помогло тебе выиграть? Удар, то, что хорошо тренируешься. Медали и призы ТМК лучшим спортсменам будут вручены в четверг на закрытии турнира. А пока у горожан есть возможность насладиться интересными поединками и поболеть за нашу команду. Каждый день с 11 часов дня. Мария Лукьянова, Константин Миронов, Алексей Карипанов. Новости Полевского.